финал первого сезона сериала «Звездный путь Энтерпрайз». Перед последней серией была несколько разгрузочная серия про типа отпуск, про то, как переводчица изучала разные версии языкового и не только сочленения, сопряжения и всякое такое. Ну, и не только она изучала. Однако, это более разгрузочная серия, не несущая какого-то определяющего смысла для сюжета всего сериала. Несущая смысл является заключающая серия. Там типа Сулубани подстроили ситуацию, чтобы обвинить Арчера в уничтожении множества человекообразных живых существ по своей неаккуратности на одной колонии. Арчер с помощью своего друга из будущего все это отследил, смог практически доказать свою невиновность, но Сулубани начали атаковать Энтерпрайз. И Арчера срочно вырвали в будущее. И оказалось, что будущее уже не то будущее, в котором существует у землян технология путешествия во времени, а будущее уже очень по своей архитектуре похоже на будущее Дивергента. Я имею в виду разрушенное здание. И да, Сулубани во главе с Тиликом атакуют Энтерпрайз, не знают, куда делся Арчер, а Арчер пока отправился в дни минувшего будущего Звездного пути Энтерпрайз. И все. И на этом сценаристы говорят: ждите следующий сезон. Хорошо, что сериал вышел уже давно, и мне не нужно будет ждать выхода следующего сезона, а я его начну смотреть прямо вот по завершению этой записи. Но, тем не менее, мне не нравится такой подход к сериалу. Даже во «Флэше» есть больше центрального сюжета. По